После того, как Примадонна покинула страну, на нее обрушилась волна критики. Не скупились на резкие высказывания даже коллеги-артистки. Сосо Павлиашвили высказал свою точку зрения на ситуацию в свежем интервью. В отличие от многих коллег, Павлиашвили тепло отозвался об Алле Борисовне. Певец рассказал, что когда-то только радиостанция Примадонны продвигала на своих волнах его композиции. Артистка также приглашала звезду на рождественские встречи. «У меня даже есть песня, которую мы написали с ней. Я написал музыку, а она мне подарила стихи, потрясающие стихи», — говорил исполнитель. И хотя бытует мнение, что Пугачева пользовалась безграничной властью в отечественном шоу-бизнесе, порой закрывая дорогу талантливым артистам, у Сосо создалось совершенно иное впечатление. «Но я уверен, что, если она меня услышала бы в самом-самом начале своей карьеры, она меня никогда не оттолкнула бы. Она оценила бы и все сделала бы для того, чтобы мне помочь. Как она помогла огромному количеству людей», — говорил он в программе «Легенда» на канале RTVI. Певец осыпал комплиментами Аллу Борисовну, отметив, что та всегда была искренна со слушателями. А вот политические позиции артистов разнятся. В прошлом году Павлиашвили выступал перед переселенцами из Луганска и Донецка. «Мы вообще начали эти концерты 16 марта, а не в августе. Чтобы те, кому тяжело, немного улыбнулись. Я об этом говорить не люблю, потому что это делаю не ради того, чтобы меня похвалили, какое-нибудь звание дали или как-то оплатили», — делился Павлиашвили.